Посетителям московского зоопарка удалось увидеть новорожденного малыша гориллы. Детеныш родился в конце июля, и мать Кира все это время скрывала его от посторонних глаз. Двухнедельно малышка живет в группе с остальными гориллами, но они не беспокоят ни детеныша, ни маму. Кстати, Кира за 21 год жизни родила уже троих. Один живет в зоопарке Варшава, другой, трехлетний Бен, остался в Москве. Кира детей очень старательно оберегает. Бена, например, она таскала на руках ни много ни мало до года.